Фанель идет. Фанель, привет! Как дела? Слава Богу. Вот, здесь я посадила тоже цветы. Вот это малину здесь посадили в этом году. Много малины посадили. Колеса еще пока не доделаны, потому что мы их специально положили, чтобы потом землю туда ложить. Если земля будет подниматься, она будет подниматься, потому что у соседа земля поднятая. Она у него растет и у нас растет. Потом его земля к нам переходит. Да, все, вот здесь видите, как ровно все получилось. У нас земля всегда вот такая шла, вот наискосок. А сейчас все ровненько. Все-таки то, что берег мы подняли, берег. Картошка у нас уже вылезла. Вот здесь я посадила бархатцы. Вот, картошка у нас вылезла. Здесь тоже бархатцы посадила. Красота моя, девочки мои маленькие, мои золотые. Вот, картошка. Сейчас надо будет окучивать. Как-нибудь по настроению выйду. Вот здесь тоже можно посадить бархатцы. Это мамкин государство. Царство государства мамкина. Она здесь все сажает, сама ковыряет. Она очень любит землю. Она всю жизнь, как помню, она всегда занималась землей. У нее какой-то сад-огород был, участок. Она прям ездила туда специально. Я думаю, как, господи, как она, как у нее желание есть ездить в огород. Вот. Даже воды там не было поливать чем. Она на речку ходила пешком, поливала. А здесь сейчас у нее вот свой участок. Она прям кайфует от своего дома, от своего участка. Вот здесь еще мы не закопали. Еще, видите, земля пока ниже же колес. Из-за этого у нас... Ну, мы здесь посадили малину, и малина в этом году цветет. Охренеть уже. В этом году будут ягоды. Здесь я все чищу. Здесь надо сейчас залить, тоже почистить берег. Ну, что-то оно здесь страдает. Вот яблоня страдает. Может быть, корни слишком вылезли. Может, греются корни вот здесь с этой стороны. Скорее всего, я так думаю. Вот. Ладно. Сегодня, завтра, наверное, будем косить. Косить и дособирать. И потом опять отращивать. А потом все перекопаем. В июне месяце, наверное, скажите, в июне. И засеем горчицей. У нас, получается, с весны мы посеяли рожь вот здесь. А потом посеем горчицу. И вот в этом, как бы на следующий год земля будет готовая. Потом на следующий год там уже не будем сажать, здесь будем сажать, а там мы будем сеять зерно. Вот мои деревья. Не знаю, не выживут, не выживут, но, по-моему, что-то идет. Вот они идут. Мои маленькие, мои девочки, вот моя красоточка. Солнышко мое, солнышко. Не страдайте, я вас очень люблю. Вот такие дела, 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 дела. Здесь надо бы на поливку поставить, потому что земля сохнет. Обязательно поливать. И здесь поливать надо мои цветочки, которые я буду еще рассаживать. Вот, раствор мы сделали. Сейчас еще будем заливать сверху. Все, ну а здесь хорошо. Все, красотень. Эту трубу потом положим. Вот такая красота. Бардак, конечно. Сейчас буду убираться. Убираться.